Как это все у нас устроено, какая логика воспроизведения, как мы делали. Сейчас подробнее расскажу. Значит, первое, звук двигателя машины. Мы нашли вот такой вот сэмпл Jeep Liberty. Вот я нашел, как этот красавец выглядит. Так, ну вот сам сэмпл. Мы его закинули в секвенсор, нарезали и отправили все в F-мод. Сразу включаю, как это все должно звучать, что в итоге получилось, потом покажу, из чего состоит. Звук идет с микрофона, так что все нужно переслушивать прямо в проекте потом. Ну, значит, тут у нас есть параметр RPM, который отвечает за количество оборотов двигателя. Он у нас от 800 до 8500, как в реальной машине. Вот, сейчас машина заведена в режиме idle. Ну, давайте посмотрим, как это работает. Будем разгоняться понемножку. Поскольку мы решили, что проект у нас с более казуальным звучанием, поэтому у нас все организовано следующим образом. Ускорение линейное. Вот еще раз сам движок. Машина начинает ехать. По мере набора скорости машины, ну, соответственно, изменяется вот этот показатель. Что у нас тут еще есть? Звук гравечки, когда машина трогается или останавливается. И звук ветра подключается на более высоких скоростях. Ну и вот здесь вот интересно послушать, еще будет отсечка, когда максимальная скорость подключается вот этот вот сэмпл. Также я сделал небольшую автоматизацию. Здесь сейчас будет видно. Она колеблется немного в сторону, для того, чтобы, ну, не было монотонности.